Тавианцы, мои товарищи в борьбе за справедливость и порядок, сегодня я обращаюсь к вам от имени пролетариата, голоса, который отказывается молчать, и голоса, которому хочется вернуть то, что было у нас украдено. Наша Родина, когда-то являвшаяся маяком социализма и праведности, угодила в коварные когти американского империализма. Наша любимая нация, когда-то омываемая сиянием социализма, была захвачена империалистами, стремящимися погасить наш огонь. Объединенные Штаты со своей жаждой доминирования, борьбой с нашей земли, свергли наше правительство, заменили его мерзкими предателями и шпионами. Но мы, призраки революции, мы восстанем из теней, чтобы вернуть себе законное место. Те, кто хотел нашего падения, будут трепетать, когда мы возьмем в свои руки нашу судьбу. Буря пришла, и гнев наш будет беспощадным. Судьба тех, кто стоит у нас на пути и пытается извлечь выгоду из борьбы нашего народа, будет уничтожен. Это ждет всех, кто торгует ложью и обманом. Империалистические силы, марающие нашу почву своим присутствием, на этот раз не найдут спасения. Вот, город за городом, шаг за шагом, предатели, добровольно вставшие на сторону империалистов, встретят свой рог. Их кровь прольется, перекрашивая наши улицы в истинный цвет свободы. Тем, кто прячется за маской демократии, знайте, время приходит к концу. Это не просто восстание, это расплата. Каждая капля крови, неправедно пролитая американской империей, получит возмездие. Тавиана будет очищена от их влияния, даже если нам придется восстанавливать нашу нацию из праха, и коммунизм восстанет. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!